Ой, бедная Саша. Бедная Саша? Бедный Йося? Ну, Йося. Бедная Саша. Мне жалко Саши, не нервы. Если так будет долго продолжаться, к чему это? Как бы я не верил в их там пару, но Йося ее реально кинет скоро. Я не знаю уже, как мне быть! Я не знаю! Я пытаюсь к тебе и так подойти, блин! И так ты не хочешь со мной быть! И всем это видом показываешь! Отвергаешь меня! Саша. Признайся уже тогда в этом, наконец-то! Ты больная? Если бы я была больной, то? Если бы я не права была бы сейчас, ты бы по-другому себя повел, ты бы еще вчера со мной помирился! Еще вчера! Саш, ты свою реакцию видишь? Какую реакцию? Я тебе говорю, мне плохо, блин! Я говорю, я не знаю, как мне себя дальше вести, подскажи мне! Я тебя спрашиваю, чего ты хочешь? Ты хочешь со мной помириться? Ты говоришь, да! Но при всем при этом ты говоришь, нет, я хочу уехать на месяц, на неделю, еще на что-то. Сказал, выйди, вот подсказал тебе. Выйди и продышись. Я говорю, я не хочу с тобой быть. Я не хочу с тобой быть. Ну тогда выйди отсюда. Тогда выйди. Я пытаюсь уже все просто из кожи вон лезу. Ты не лезешь из кожи вон, только все портишь.